6 утра. Аэропорт Алматы. Толпы поклонников с плакатами в руках. Поднять столь ранний час всех этих людей, в числе которых, кстати, и группа 91, смогли они, поистине народные герои. Группа «Орда» прибывала в южную столицу прямиком после гранд-финала конкурса «Тюрквижн», где наши прославленные ребята завоевали почетное второе место. Измотанные, уставшие, но счастливые, они не прочь были этим ранним утром поделиться своими эмоциями после конкурса. Была радость, мы ждали, смотрели на экран, смотрели, радовались, когда попали в десятку, видели, что попали уже в десятку победителей, потом в пятерку, потом в тройку. Там уже было вообще у нас эмоции, было через край просто. Мы были очень рады. Победительницей конкурса стала певица из Кыргызстана Жидеш Идирисова, которая сразила зрителей и членов жюри зажигательными танцами и отличными вокальными данными. Многие, кстати, помнят исполнительницу по яркому выступлению на Евразийской музыкальной премии телеканала «Музон» в прошлом году. Конкурсанты были все однотипные, и музыка была однотипная. Единственное, вот главный соперник, мы сразу и в первый же день репетиции чувствовали, что это будет Кыргызстан. Мы, по крайней мере, знали, что мы не опустим авторитет Казахстана. Мы рассчитывали на какие-то призовые места, и слава богу, так и получилось. Ну что ж, два года подряд наши артисты преподносят сюрпризы. Блистательная победа Жанар Дугаловой в прошлом году и высокое второе место Орды в этом. Главное, чтобы теперь тенденцию предшественников поддержали и следующие представители Казахстана на Тюрквижн. Ну а мы поздравляем Орду и всю страну с высочайшим результатом.